Добрый день! Я снова рад всех вас видеть, и мне хотелось бы сделать несколько комментариев ко второй задаче промежуточного теста номер один. Как звучит задание? Итак, обсудите, почему в таких компаниях, имеется в виду глобальные компании, метод учета затрат Кайзен мог бы быть более полезным для оценки показателей эффективности, чем нормативный метод учета затрат и анализ отклонений. За этот вопрос дается 10 баллов. Какая же должна быть схема ответа на этот вопрос? Итак, вы даете прежде всего определение. А что же такое понятие кайдзен? Далее. Приводите несколько отличий нормативного метода учета затрат от метода кайдзен. Далее вы приводите несколько преимуществ метода кайдзен даже без относительно к нормативному методу учета затрат. На основании существенности приведенных вами факторов вы делаете вывод, насколько применим метод кайдзен в глобальных компаниях. Я желаю вам удачи при ответе на задачу номер 2 промежуточного теста номер 1. Удачи, всего самого хорошего!